Вот, всем привет! Мы находимся на смотровой площадке над озером Зеркальное. Есть такая зеркальная болезнь. Но я не буду рассказывать. Не бойся. Да, Саша, который снимает, даже... Нет, никакой зеркальной болезни. Есть только зеркальное озеро. А это, посмотрите, как на карте прям видно все. Вот это Фишт. Это, короче, наши родные места. Это Адыгея. Вон она, Адыгея. Вот там вдали, да? Плато Лагунаки идет. Вот там вот. Абадзеш, Аштен, Пшихасу и Фишт. Вон они все. Вот там я гулял, много гулял с Майкопа, с майкопской стороны. Если все нормально, через несколько дней мы там пойдем. Ну, а это вот более серьезные места. Чугуш. Да, туда я еще не поднимался. А может, мне вообще это слабо, потому что я уже старый хрен, понимаешь. Уже не везде залезу. Ну, немножко по пути препятствия встречаются. Зима еще тут не до конца прошла, точнее ее остатки. Вот, поэтому нужно вот так вот сделать, вот так, да, вот так. Вот этим палочкой, да, палка. Палка-выручалка, в снегу, ступени, пробивалка. Вот, ну, на самом деле, конечно, по-честному я и так пройду. Ну, давайте по науке, да, будем показывать. Так, по науке. Раз. Сюда. Экскурсия продолжается. Итак, вот там мы были около меньше трех часов назад, да? Оставили там машину. Саша умеет водить машину. Искусство, которым я никогда не мог похвастаться. У него и смартфон есть, да, тоже, в отличие от меня. И даже машину он умеет водить. Ну вот мы доехали на этой, как называется, каршеринг, да? Каршеринг. Доехали вот до туда, до отметки 550 там, или 600 метров. Над уровнем моря, примерно так. И быстренько, ну, за Сашей, слушай, за Сашей бежать надо. Ну, как-то пробежался, да, пробежался я. И вот мы сейчас, в полдень, чуть позже, да, находимся на смотровой площадке номер 2. Где-то на высоте 1700 мы. Ну, и собираемся вон туда. Ну, дай бог, погода не испортится, должны попасть куда-то в те края. Какие-то там водопады увидим. Ну, куда пройдем, туда пройдем. Там уже как бы... Там уже не важно, важно туда забраться на 2 с лишним. И я буду считать, что наконец-то Шишхо я покорил. А то 5 раз я не мог его покорить. Трапезничать будем. Трапезничать, да? Правильно. Трапезничать. Так. Пожалуй, уже надо будет одеться после купания. Даже я сгорю. Вот, хребет Ачишхо, западная вершина, вот. Сейчас посмотрим, может успеем еще сбежать, но на самом деле все уже вот на ладони, вот оно. Вот Красная Поляна, 2000 метров вниз почти. О, круто! Это в этот момент у меня звонит мой телефон, понимаете? Это не случайно, но это неизвестный номер, поэтому он пошел на. Я никогда не беру с неизвестных номеров. Вот так. Кто это пишу? Я в горах. Мелочи для всяких перфекционистов, которые нас не интересуют. Вот он, вид с нее, да, на все эти горы. Черная пирамида на нашей высоте, чуть-чуть выше, напротив. И вот прямо перед нами. Сейчас я посмотрю чуть-чуть туда, пробегусь. Нет ли там подъема на эту скалку? Уже без рюкзака. Снимаешь? Ага. О, еще же 250, потом вверх, понимаешь? У водопада между струй растет большой зеленый отрог. Вот так переходят реки член-корреспондента Российской Академии наук.